Ну а перед началом данного ролика я вам рекомендую поиграть на данном сервере Wine World. На данном сервере сможете купить донат. Донат выдается автоматически. Также скидка на весь донат 30% до 5 сентября. Собственно, IP сервера в описании. И сайт заходим, покупаем донат. Всем удачного просмотра и удачи. Алло, внучок! Алло! Помоги бабушке геморрой вылечить. Что, дебил? Кто, я? Нет, ладно, слушай, приютишь меня чуть-чуть так, хорошо? Хорошо, а если ты будешь нормальным голосом разговаривать, я приючу. Я реально не знаю про Майнкрафт, ничего, я бабушка. Приютишь? Ага, покажи демонку. Какую демонку показать? Тебе лифчик снять показать? Что такое демонка? Демонстрацию экрана, что ли? Да, покажи. А как ты меня увидишь через демонстрацию экрана? Ты просто... экстрасенс? Просто включи. Зачем? Чтобы я тебя увидел. Ты дурной? Как ты меня увидишь через демонстрацию экрана? Ой, тебе приучись, и ты рядом будешь нормальным голосом разговаривать. Рядом приютишь меня? Ладно, хорошо, приюти бабушку. Я реально бабушка. Зачем внучок, нормальным голосом разговаривать? Да бабушка я. Я бабушка. Сколько внучок тебе... поиграть дал. Сколько тебе лет, бабушка? 73, по-моему. Подожди, геморрой в голове застрял. А, да, точно, 73. Все, а приюти по... меня. А почему у тебя в скайпе написано Славка? Я ж тебе говорю, внучка скайп. Внучка остался в скайпе, да. Блин, боже. Что ты там вякнул на меня? Мне деда Колю позвать. Реально, пацан. Если ты сейчас реально нормальным голосом... Какой пацан? Подожди, какой пацан? Если ты нормальным голосом заговоришь... Чё ты орёшь на бабушку? Ой, бабушка, я забыла, что тебе говорила перед этим. Ой, что тебе бабушка перед этим говорила, когда в скайп набрала? А? Если ты сейчас нормальным голосом будешь говорить... Я админ этого сервера. Я тебя приучу и еще дам 1000 на левел. Ну ладно, внучок, хорошо так. Все, такой вроде нормальный голос, да? Так ты приютишь бабушку или нет? Подожди, можешь подождать? 5 минут, 5 минут. 5 минут? Ты что, дебил? Подожди. А ты бабушку позовешь? Позови, иди прогуляйся, внучок. Я с твоей бабушкой в Майнкрафт рубанусь. Молодость вспомним, картошечку покопаем, огурчики посадим, укропчик, там петрушку. Подожди, пожалуйста. Подожду, хорошо, давай, внучок, давай. Сейчас я отключаюсь. Отключаться, говоришь? Ну ладно, пока. Нет! Что нет, говнопакет, что ли? Или не то? Нет, не отключайся, сейчас я одного человека... Тебе говнопакет дать? А, пачана подобавишь, да? Чувачка добавлю. Да, давай, чмошник. Пачан. Слышь ты, бабушка. Андрей Забудский. Тебе это... Мир тебе такого не простит, поверь. Ладно, добавляй своего пачана. Как твой ник, скажи, случайно так скажи, просто нечаянно скажи. Андрей. Как? Андрей. Чё, дебил, что ли? Ник Андрей? Да, 2001. А, ну, так-то да. Ты что ли школьник? Нет. Вот, давай, 2001. Это нет, получается нет. Тебе сейчас 13 лет, 2001? Я в 7 классе. О, школота какая дерзкая пошла, 7 классе уже. Ой, батюшки уже в Майнкрафт играют. Ой, ёпта. Ладно, зови меня к себе в домой, давай, быстро. Я сказала, зови меня! Ты что, тупой? Да ладно, тупой ко мне. Сам ТП! Я тебе сейчас скажу, ТП! А ну принял меня быстро! Я тебе заявку вроде кинул, засранец такой, да. Ну ТП ко мне, ты мне не кинул. Ты что, дура? А, ты дурак. ТП ко мне, ты! Ты что, овца? Ну я кидаю тебе заявку вроде. Кидаю. Да ты не пали, давай кидай мне заявку, задолбал уже. Андрей 2001, да? Да. Принимай. Мне не кинул, ты инвалид. Да, не кинул, ну ладно, кинул так вроде, да? Да ты инвалид, давай кидай мне заявку.
Ник, скажи твой. Господи, я вся... Сейчас. Я всякую фигню в скайпе... Ой, всякую фигню в чате написал. Да? Р-Н-Е-Н-Р-У-В. Я не вижу. Еще раз написал фигню какую-то. А, вот он, засранец ты какой. Слышь, пацан, реально, можешь нормально разговаривать? Короче, мне уже я вырубил микро, я не того ничего набил, ну ладно, пофиг. Бабушка тебе кинула заявку, внучок. Что? Ну ты можешь нормально болтать, ты инвалид. Ты обосрался? Да нормально я базарю, что тебе не нравится? Вроде челюсть еще так стоит нормально. Это когда она отвисает, я вообще так это разговариваю. Сейчас вроде нормально. Принимай, внучок, бабушка. Ой! Ты дурак? Ты дурак? Не трогай бабушку, бабушка старенькая. Ой, подожди, хромая, хромая. Ой, как хромаю. Ой, где ты, засранец? Это ты? Ладно, пошли, где твой дом? Я тебе сейчас этот костыль в жопу засуну. Пошли, школьник. Где ты, пердун старый? Пошли туда, где твой дом? Все, пойдем, пойдем. Че, пацан, долго репетировал? Ты меня оскорбляешь, знаешь, пацаном называешь. Я вроде и бабушка, а не пацан. Собака ты не русская. Давай, пошли к тебе в дом. Короче, тыпай ко мне на хом, это не мой дом. Тыпай ко мне на хом. Подожди, Майнкрафт меня завис. Сейчас, подожди, внучка позову. Ладно. Давай. Ну, алло. Что? Алло. Алло, что? Ну давай, добавляй меня в свой дом. Не хочу. Быстро добавил, сказал. Зачем ты меня телепортировал? Мне за тебя майн залагал. А, майн залагал? Ну тогда пошел отсюда. Ты охренел, что ли? Ты чё меня загриферил? Ты гриферил? Не, напиши. Вроде ты меня вроде убил. Напиши что-то в чате, какую-то фигню. Фигню? Давай, 1, 2, 3 написал. Не админ вроде? Или админ? Ты не админ. А вроде админ перед ником пишет. Админ. Ну да, ладно, бабушка тебя забанит. Бабушка тебя накажет сильно. Ну, давай, бабушка, давай, бабушка сейчас превратится в монстра хорошего такого. Или злого. Как ты выберешь, а? Какого монстра? Хорошего. Хорошего? Не, в хорошего не превратится. Ты 100 долларов не кинул на бумаге. Не кинул. Бабушка теперь будет злой. Бабушка будет очень злой. Ты что, дура? Дурак. Я вообще не дура, чувак. На... Ты голос меняешь, дебил, через прогу одну. Кто я не меняю голос. Реально, пацан, ты задолбал, ты можешь реально нормально месяц... Я не пацан, я бабушка, я просто внучка позвал, он тут это... Наказать тебя сейчас хочет. Он говорит, мне прописать тебе... Денюжку надо. Вещей он хочет тебе дать. А, ну давай, просто прописывай. Давай, прописываю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кит, старт, бабушка прописывает тебе вещей, много колдует, бабка, короче, колдунья такая, колдунья, шмалдунья. На тебе, внучок, вещей. Внучок, вещей. Хочешь еще? Тебе еще дать вещей? Давай, давай, давай. Да, и прям хочешь много вещей, да? Гриферу, а гриферу много вещей надо, да? Ты задолбал! Я не задолбал. Да ты дур! Сам такой. Пацан, ты админ. Сам админ? Ладно, чувак, у тебя дома уже больше нет. Тебе его разломали, ты знаешь? Вообще прям взяли, разломали дом. Не знал? Его не ломали. Тебе взяли, дом разломали. А ну еще раз что-то скажи. Я говорю, тебе взяли, дом разломали, внучок. Ох нет, ты, сука мою. Перед этим голосом скажи. Ах ты ж, тварь такая. Что ты перед этим голосом делаешь? Скажи. Перед этим голосом скажи. Ну, сказал, ты сказал, перед этим голосом скажи. Я повторил. Не ломай, там убежал. Я не знаю, что так... Ты там... Чувак, короче, все, ты меня задрал. Вообще, ты грифер полный, ты полный грифер. Ты полный грифер, короче, я беру вот так, да? Беру вот так, я беру тебя кил, короче, вот так, да? Ты все, вот так вот, короче. А теперь нормально говори, ты админ? Нет. А че, ты... Я админ?
Во-первых. Во-вторых. Во-первых, ты админ. Во-вторых, ты грифер. Давай, по очереди. Ты мне говоришь что-то, я тебе говорю что-то. Давай. Хорошо, говори. Давай, в-третьих, что? Говори, в-третьих. Да нахрен это менять? Во-первых. Во-вторых, уже было в-третьих, чувак. Давай, в-третьих. Ты какой-то это тупорылый, что ли? У тебя что-то с памятью. В-третьих, это не мой дом. И я здесь даже в привате не добавлен. Да? Да, это вообще не мой дом. Я здесь даже в привате не добавлен. Добавлен? Не добавлен. А зачем смотри, ты сюда телепортировался? Я ничего ломать не могу, смотри. Смотри. Ладно, я сделаю так, а дом потом восстанавливаю. Ну чё, а так доволен? Доволен то, что, во-первых, самое строгое правило на сервере, нельзя оставить хом на чужом хоме. Вот так, понял? А ты нарушил это правило. Во-первых, ты меня загриферил еще. Короче... Ты меня сам хотел загриферить, ты! Нет, я не загриферил тебя. Хочешь, я тебя разбаню туда? Каким образом? Давай, если хочешь. Ну тогда ты будешь мои желания выполнять на веб-камеру? Давай. Давай, включай на веб-камеру. Сейчас. А? Сейчас. Сейчас, давай, быстрее, думай. Бабушка хочет с тобой поговорить. Сейчас бабулю позову туда, хорошо, или не надо звать ее? Не надо. Тебя задрала она, да? Тебя бабушка задрала или нет? Да, задрала. Все, давай, включай веб-камеру. А ты знаешь, мне как-то пофиг. Я, короче, могу по другим никам зайти, и да? Мне эти вещи будут. Уверен? Да. Уверен? Да, я уверен. Вот прям уверен, да? Да, мне другой. Я по другим никам зайду, у меня все вещи останутся. Ну ладно, окей, я тебе ж по IP бан дал. Все, давай тогда пока, что ли. Не будешь выполнять? Точно не будешь выполнять. Вот прям твое окончательное слово. Нет. Да ты, блин, сука. Да не надо так про бабушку мою. Все, ладно, чувак, давай пока. Или выполняешь все-таки желание. Веб-камеру включаешь? Ты на чего? Что, грифер-шоу снимаешь? Нет, ты меня загриферил. Ты какой-то тупой. Снимаю грифер-шоу, хотя ты меня загриферил. Офигенное грифер-шоу, да? Дебил, ты дебил. Лан, я тебя спрошу последний раз. Выполняешь задание или нет? Ладно, стой. Все, пока. Да я включу, дебил. Да я включу, дебил, ты там это. Давай, быстрей. Все ждут тебя одного. Почему все? У нас тут целый табор сидит. Цыгане, понимаешь, мы? Мы ждем тебя. Мне? Да. Какая разница? Сначала скажу, сколько тебе лет. А много? Это сколько? 18. Сколько? Я тебе сказал 19! Давай включай веб-камеру, на счет 3 скидывай, не включаешь. Раз. На, включил. Вот так, вот. Все, будешь выполнять задание? Да. Я тебе сказал не демонстрацию экрана, а камеру. Нафиг мне твоя демонстрация экрана? Демонстрация экрана начать, все, включил. Ты дебил, я тебе сказал камеру показать, а не демонстрацию экрана. Зачем ты мне демонстрацию экрана показываешь? А? Вообще тупой. Не хочу я тебя одним. Блин, задавал, все включил. Тебя не видно вообще. Такая камера. Ну, покажи себя, где ты тут вообще? На потолке. Человек-паук, опусти камеру пониже. Давай, вот, отлично. Будешь выполнять задание? Давай. Давай тогда придумаем тебе что-ли тогда, хорошо? Давай. Ты точно будешь выполнять задание? Давай, блин, уже, быстрее. Давай вместе придумаем с тобой, я придумываю. Давай, придумывай. Давай, а ты можешь придумать что-то? О, я придумал, знаешь какое? Давай. Давай ты пойдешь нахуй. Хорошо, давай. Чувак, ты знаешь что? Ты обычный тупой школьник, который попал... Ванти Грифер Шоу на Ютуб. А ты знаешь, у тебя тупой Грифер Шоу? Ты меня просто забанил. А у меня не Грифер Шоу, у меня Анти-Грифер Шоу. Я еще таких школьников, которые позорятся, как ты позоришься. Ты пытаешься точно доказать, хотя ты ничего не можешь доказать. Ладно, все, пока.
Фу, круто, мы его заинтегрифили. Так, давайте запишите его скайп. Вот он, его скайп. Вот он, скайп его. Андрей. Вот такой вот скайп. Вот, добавляйте его в скайп, там, не знаю, пишите ему, что вы хотите, потому что он школьник грифер. Собственно, кому понравилось. Ой, как херабрин только что был. Глаза такие были. Сейчас смотрите вот. Кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Дон Флори. Всем пока.